Иордане, крещающийся тебе, Господи! Водосвятный праздничный молебен традиционно проходит в Крещенский сочельник. В ночь с 18 на 19 января вода приобретает целебные свойства, считают верующие. В это время церковь вспоминает, как 2 с лишним тысячи лет назад Христос принял крещение от Иоанна Предтечи, и в этот момент была явлена Святая Троица. Поэтому праздник носит еще и название «Богоявление». Для погружения в воду на Самарской набережной в этом году оборудовали одну официальную купель. Глава Самары Елена Лапушкина и начальник областного главка МЧС Олег Бойко посетители молебены лично проверили, насколько безопасно место для купаний. Прежде всего, конечно, хочу поздравить всех православных самарцев с крещением Господним, пожелать мира, добра, любви в каждом доме, пожелать веры в душе. И, конечно, мы постарались сегодня сделать максимально комфортно, максимально безопасно для всех людей. Но хотел бы обратиться тоже к нашим жителям замечательным, что прежде чем решить для себя нырнуть в прорубь, надо оценить свое состояние здоровья, надо оценить возможности и после этого, конечно, нырять. Желающих окунуться в святую воду не испугали даже крещенские морозы. В ночь на вторник столбики термометров опустились ниже минус 25 градусов. Больше для себя просто. Доказать, что могу, доказать, что способен. Для православных верующих и просто желающих испытать свою силу духа городская администрация и спасатели организовали теплые палатки для переодевания, места для обогрева, горячий чай. Сотрудники МЧС дежурили возле проруби до 4 часов утра. Всего будет задействовано в обеспечении безопасности более 1100 человек и более 420 единиц техники. На местах, где на открытых водоемах оборудованы места для традиционных крещенских купаний, будут дежурить спасатели. Никаких происшествий во время купаний в крещенскую ночь не зафиксировали. Всего в регионе организовали 70 мест для погружения в воду, 50 на водоемах и 20 на прихрамовых территориях. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.